Минин Казахстаном под таким названием в столице пройдет республиканский фестиваль, приуроченный к 20-летию Ассамблеи народов Казахстана. Об этом сегодня сообщил депутат Мажилиса парламента Мурат Ахмадеев. По его словам, это событие будет способствовать формированию этнических групп страны, уважения к культуре, традициям и самобытности казахского народа. Помимо фестиваля в республике запланировано проведение 88 мероприятий, направленных на улучшение этнокультурных и межнациональных отношений. Участниками этого фестиваля должны быть именно не профессиональные артисты, а артисты художественной самодеятельности. Раз. Во-вторых, значит, они будут исполнять только народные казахские песни и играть на народных инструментах и народную музыку. И третье, самое главное, эти исполнители должны быть по национальности не казахи, а все остальные национальности. И я думаю, что это будет очень интересный этот фестиваль.